Au-dessous devient volcan. Интересный подход. Crise du ciel sous le tapis du vent. Voyage, voyage. Éternellement. Хорошо придумал. Хорошо, хорошо, да. Dans nuages marécages. Plus d'équateur. Voyage, voyage. Vol dans les hauteurs. Au-dessus de capitale. Des idées fatales. Regarde l'océan. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей Михайлин. Я приехал с Дальнего Востока. Откуда? С Хабаровска. С Хабаровска. Сколько вам лет? 37. Класс. Такой вы вообще самобытный и очень интересный. Сами придумали вот так сделать эту композицию? Ну нет, естественно, помогали. Помогали. Но тогда спасибо тому, кто помогал, и спасибо вам за то, что вы с таким вкусом сейчас нам это все преподнесли. Очень классно. Мы получили огромное удовольствие. Спасибо. Спасибо. Вы понимаете, о чем разговор? Хотелось бы побольше видеть личности и людей, которые имеют определенный другой подход, совершенно свой, которые не повторяются, которые не пытаются сделать похожий звук на кого-то, да, и вот здесь эта магия и происходит. Я совершенно не мог себе представить, что на сцене стоит вот такой достаточно высокий человек, ну, скажем в меру так. Худой. Да, с тембром, так сказать. И я правда колоссально удивлен. Спасибо огромное за вот это удовольствие, которое позволяет вот сейчас. Я взял энергии сейчас для того, чтобы прожить дальше. И, конечно, мне было бы очень приятно. Как видите, три дороги горят. Да, спасибо. Три дороги, три пути. Надо выбирать, да? Извините, я вообще забыла. Я, наверное, сделаю такой выбор. Выберу Пелагею. О. Эй, не уговаривала, а вы сами не пошли. Обнимашки. Спасибо. Супер. Спасибо. Отлично. Супер. Супер. Хорошо. Как-то он изящен.